В этом году выдалась снежная зима, а для любителей зимних видов спорта в парке Малевич с 9 часов утра открыт прокат, где за считанные минуты вам подберут лыжи, палки и другое необходимое снаряжение. В комплекте лыжи, палки и ботинки. Стоимость этого оборудования для детей составит 250 рублей, а вот взрослому обойдется дороже. Здесь выбор снаряжения будет зависеть сразу от нескольких параметров. Сумма варьируется от 400 до 800 рублей за один час. Подбирается по нескольким параметрам. Это по вашему росту и по вашему весу. Если вы хотите лыжу для конькового хода, то это максимум плюс 10 сантиметров по вашему росту. Если вы все-таки хотите прокатиться по лыжной классике, соответственно, это будет плюс 20-25 сантиметров по вашему росту. Ваша же лыжа – это 191, полностью подходит по вашему росту и по вашему весу. Ботинки зашнурованы, лыжи и палки подобраны. Пора отправляться на трассу. Кстати, многие выбирают именно вечернее время. Приезжают кататься целыми семьями. Мы вот в этом году начали осваивать беговые лыжи. Очень нравится парк. Мы тут живем неподалеку. Так долго ждали какой-то активности, которая у нас откроется. У нас папа катается, потом я начала. Теперь вот детей приобщаем. В общем, очень классное такое спортивное мероприятие. И для эмоционального состояния, и для физического. Да, и прокат вот этот очень классный, тут очень хорошее оборудование, мы сюда постоянно ходим. Семья Пановых – частые гости в парке. Саша и Андрей занимаются с тренером, а мама катается самостоятельно. Лыжная трасса в парке Малевича подготовлена по всем правилам, как для классики, так и для конькового хода. В вечернее время она освещена, поэтому лыжникам тут всегда комфортно. Служба проката работает с 9 часов утра до 9 вечера. Выбирайте удобный день, время и наслаждайтесь зимой в Подмосковье. Мария Шматкова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».